В Атырау увеличилось число тех, кто уклоняется от уплаты алиментов. Около 10 тысяч детей в регионе не получают финансовую помощь от отца. Общая задолженность уклоняющихся от ответственности составила 550 миллионов тенге. Теперь в закон о взыскании алиментов внесены некоторые изменения. Более подробно в сюжете. Асем – одна из матерей-одиночек, которая не может получить алименты на ребенка. В 2018 году она вышла замуж, но ее счастье длилось недолго. Через год семейной жизни супруги развелись. На ее руках остался сын от законного брака. Однако бывший муж отказывается платить алименты. Асем обращалась во многие организации, но пока безрезультатно. В ответственной инстанции мне говорят, что таких, как я, много. Некоторых граждан, которые не платят алименты, даже найти не могут. Матери, сами воспитывающие детей, ничего не могут поделать. Хотелось бы, чтобы усилили работу в взыскании алиментов и приняли соответствующие меры. Теперь внесены изменения в закон. Отныне в отношении гражданина, задержавшего выплату алиментов на 2 месяца, будет заведено уголовное дело. В зависимости от решения суда, вполне возможно, что могут и посадить за решетку. В связи с большим количеством разводящихся супружеских пар, вопрос алиментов не теряет свою актуальность. Также растет количество отцов, которые не платят алименты на содержание детей. Одни, имея работу, уклоняются от уплаты алиментов как безработные, другие же скрывают сведения заработной платы и предоставляют фиктивные справки. Поэтому соответствующие нормативное постановление Верховного суда внесены изменения. Теперь вышеуказанные незаконные действия будут пресечены. То есть злостно уклоняющиеся и не оплачивающие алименты более 2 месяцев должники будут привлекаться к уголовной ответственности, и без полной оплаты алименты по задолженности они не смогут избежать наказания. На сегодняшний день после указанных изменений зарегистрировано 14 уголовных дел и взяты на особый контроль. Нововведение было внедрено в начале этого года. С тех пор к ответственности привлечено 132 человека. Благодаря системной работе специалистов взыскано более 33 миллиона долгов по алиментам в отношении 187 детей. На строгом контроле находится 14 выявленных случаев с начала года. Но все еще много тех, кто в одиночку несет тяжкий груз воспитания и материального содержания детей. Камбат Даир, Казатлегка, Былгумара, Жанар Сагнышкызы, телеканал Атырау.